Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Соберись, Ви. Спокойно, попробуй еще раз. Спокойно, попробуй еще раз. Ну ладно. Хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий. Фил будет блокировать твои удары. Теперь сбросим скорость. Надо будет не бить, а блокировать. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Ты прошел путь дебилов, мой юный ученик. Мне больше нечему тебя научить.
Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился. Чистая работа. Я смотрю, ты совсем освоился. Давай на платформу. Удачи, Ви.